Граждане Америки, мы ведем репортаж с демонстрации против серьезнейшей угрозы нашей свободе. Этим утром главы всех важнейших военных организаций были захвачены врасплох новыми адаптоидами АИ. Огромные военные корабли в небе над нашими городами вызвали настоящую панику. Началась всеобщая мобилизация, а среди населения растет напряжение. Конечно. Моя технология. Это маскировка. Минутку, что-то происходит. Тревога. В районе зафиксировано нефть. Немедленно покиньте зону. Цель защитить. Сэр, поступил сигнал бедствия из убежища сопротивления в Нью-Йорке. А им хочет нас выманить. Пойдем их спасать, решат, что мы напали на город. Неважно, как это будет выглядеть. Если кому-то нужна помощь, мы помогаем. Делайте то, что нужно. Стартуем с рассветом. Эй, Кэп, я попросила Пима прислать нам все, что есть по Нью-Йорку. Зайди в лабораторию. Иду. Так, Нат, рассказывай. Похоже, Пим следил за этой штукой с того момента, как она появилась в небе. Кажется, траектория нестабильна, и движение не предскажешь. Пим считает, что она реагирует на сигналы агентов АИМ и данные собственных сенсоров. Она нас засечет. Возможно. Сопротивление предоставит нам свои данные, так что мы будем знать ее местоположение. Это даст нам небольшую фору. Отлично. Готовь квинджет. Немедленно собираемся и вылетаем. Будет сделано. Входящий вызов, сэр. Соедини. Прием. Меня кто-нибудь слышит? Нас нашли. Говорят, нас надо лечить, но мы знаем, что это значит. Кто-нибудь... Что такое? Кое-кто нашел передатчик? Не бойтесь, скоро мы вас вылечим. Джарвис, можешь найти где? Сию минуту, сэр. Сигнал шел из жилого помещения в зоне эвакуации. Не понимаю. Почему идет эвакуация? Из-за нас! Нелюди! Для них мы зараза! АИМ убедила людей, что они опасны. И с годами все стало только еще хуже. Вон они! У нас проникновение! Код красный! Тихо! Мы вас отсюда вытащим! Эти батареи питают запирающий механизм. Рядом расположен ящик с оборудованием. Есть. Тео, за работу. Теперь ты в безопасности. Прямо! Yeah.
Спасибо. Они ищут нелюдей по всему городу. Наши друзья были на полпути к убежищу, когда... Мы найдем их. Уходи же. Найди безопасное место, дружище. Скорее. Мы не знаем, сколько их там еще. Обнаружена еще одна камера заключения. Как мы это допустили? Зато мы можем остановить их сейчас. Неподалеку от вас находится элитный боец АИМ. Уничтожив его, вы можете обнаружить что-нибудь полезное. Одному из членов сопротивления неподалеку от вас требуется помощь. Пусто. Зря вы решили ожить, капитан. А слабые уступают место сильным. Они тоже сбились. Давайте найдем нелюдей. Мы знаем, что они серьезно вооружены. И обожают слушать свою собственную болтовню. Как один наш друг. О, у меня уши горят. Поищите рядом ящик с особыми материалами. Защитить нелюдей! Мстители! Спасите! Взять их! Мы остановим эпидемию! Больше никто не пострадает! Мы не больны! Одному из агентов щита неподалеку от вас требуется помощь. Пим посылает агентов, чтобы вывести выживших из города. Они не могут выбраться. Отправляю код для входа в убежище. Тот аппарат полетел в ту сторону. Наверное, их засек патруль. Хорошо, что кое-кто тоже умеет летать. Мы должны спасти выживших. И вряд ли случайно.
Один из их агентов убит. Превосходно. Еще один агент убит. Отлично. Этот член отряда нейтрализован. Его агенты уже в пути, но им нужно время. Времени у нас в обрез. Стражи приближаются. Убежище уже рядом. В атмосфере что-то есть. Элемент, производный от Терригена. Никогда не видел ничего подобного. Это опасно? Мы всегда в опасности. Верно. Мстители, сюда! Хорошо, что мы тут. Не выйдет. У них есть штука, которая выслеживает нелюдей. Мы пытались сбежать, но у них глаза повсюду. Мы разберемся со стражами. Не бойтесь. Я не про них. Я про ту штуку в небе. Она здесь. Спрячьтесь, сопротивление скоро придет за вами. Тор! Похоже, нам не помешает поддержка с воздуха. Я перехвачу эту загадочную угрозу в небе. Уровень Терригена растет. Активировать респираторы. Аппарат источает измененный Терриген. Он был изменен на молекулярном уровне, чтобы выявлять ген нелюдей и уничтожать носителей. Он убивает нелюдей? Сейчас перестанет! Thank you.
Отлично. Обнаружена уязвимость. Получается. Чисто. Что это такое? Надо доставить черный ящик на Химеру. Я там поковыряю.